отношен к этому голу, да, до этого получилась травма, ушли в раздевалку. Как себя чувствовали, что там делали, как колдовали на вами раздевалку? Ну, так, чуть-чуть голову тряхануло. Ну, нормально. На шатырь подышал пару раз. Посидел в раздевалке, отдохнул 2 минуты и пошел обратно. Когда возвращались в игру, было предчувствие, что что-то будет с вашим участием? Ну, ни такого предчувствия не было. Хотелось просто выиграть, чтобы пройти следующий раунд. Вот. Ну, благодарен судьбе, что так получилось, что забил гол. Бросок был на удачу или, в принципе... Уже... Нет, я уже видел, что вратарь уже в том углу, уже угол потерял, и уже смотрю... Ну, там падение просто добавил немножко от себя. Показалось, что команды сегодня были достаточно уставшие, да, не так резво шли в атаке, не так были энергичные стычки. Так ли это? Ну, конечно, и перелеты все равно влияют. То есть да, вчера да, прилетели, после игры остались в Финляндии, вчера прилетели там. Вот, все равно самолет, автобус, все равно сказывается. И, конечно же, шестая игра, как ни крути, все равно организм не обманет. Конечно, чуть тяжеловато было.